очень важный этап коррекции и подготовки нижней трети лица к нитевому лифтингу – это релаксация платизмы. Если вы не владеете ботулинотерапией, вот должны делать, потому что вы, когда научитесь релаксировать платизму, вы увидите, как лица ваших пациентов поднимаются. И платизму мы корректируем минимум 2 раза в год. Доза должна быть достаточной, хорошей. Сейчас я про дозы скажу. Для каждого токсина это своя доза. И даже, я бы сказала, вот любую процедуру инвазивную, будь то биоревитализация, будь то контурная пластика, всегда я рекомендую начинать с ботулинотерапии платизмы. Потому что вы через неделю видите свежее, подтянутое лицо вашего пациента, как будто бы она отдохнула. То есть у нее все мягкие ткани поднимаются, все депрессоры поднимаются, и она выглядит свежо. У нее появляется вдруг четкий овал лица. Эффект накопительный. С первой процедуры не ждите, что она помолодеет на 20 лет. Но если она хотя бы вот, ну, хотя бы раз в 8 месяцев будет приходить к вам на релаксацию платизмы, то вы увидите через 2-3 года прекрасный эффект. У нее уже будет четкий овал лица.